Всем привет! Сегодня приготовим слоеное хрупкое печенье «Сахарные завитушки». Это печенье готовится быстро, получается с большим количеством слоев и хрупким. Чтобы приготовить такое печенье, возьмите 110 грамм холодной воды, добавьте одно яйцо, положите пол чайной ложки соли и все размешайте, пока не растворится соль. Затем добавьте чайную ложку 7% уксуса и снова все размешайте. Отдельно в посуду просейте 350 грамм пшеничной муки. В просеянную муку натрите на крупной терке 220 грамм замороженное сливочное масло или хороший маргарин. Натирать надо быстро, чтобы от комнатной температуры масло не начало подтаивать. Протертые крупинки масла смешивайте постоянно с мукой, чтобы они не слиплись между собой, а оставались мелкими кусочками. Затем в муку добавляются жидкие продукты из воды и яйца. Перемешайте муку руками так, как показано на видео. И собирайте тесто в один большой шар. Собирая тесто, не месите его, а лепите, приклеивая маленькие кусочки друг к другу. При замешивании крупинки масла соединятся с мукой и не будет прослойки. Надо, чтобы кусочки масла оставались целыми. Это сделает выпечку слоеным. Готовое тесто положите в целлофановый пакет. Немного надавливая, придайте форму прямоугольника и отправьте тесто минимум на 1 час в холодильник. Вытащив охлажденное тесто из целлофана, положите его на подпыленную мукой поверхность и раскатайте в пласт толщиной примерно в 0,5 сантиметра. Раскатав пласт теста, сверху посыпьте его сахаром. На всю прослойку возьмите примерно 100-150 грамм сахара. Руками разровняйте сахар и сверху прокатите скалку, чтобы зафиксировать его. Затем сложите тесто к середине, так как показано на видео. Сверху также посыпьте сахаром и пройдитесь скалкой. По надобности немного подпыляйте мукой стол. Затем складывайте тесто еще раз. Сверху также посыпьте сахаром и пройдитесь скалкой. У вас получится ровный прямоугольник из слоеного теста. Сложенный прямоугольник раскатывается в большой прямоугольный пласт толщиной примерно в 0,5 сантиметра. Раскатывать тесто надо быстро, чтобы крупинки масла, которые в тесте, не успели растаять. Раскатанный пласт также сверху посыпьте сахаром и прокатайте скалку, вдавливая сахар. Затем, начиная с одного края, закручивайте тесто в рулет по направлению к середине. С противоположной стороны тоже также закручивайте тесто по направлению к середине, как показано на видео. Старайтесь закручивать тесто одинакового размера. Ножом нарежьте тесто на кусочки шириной примерно в 1 сантиметр, и у вас получатся такие слоеные завитушки. Нарезав все тесто на кусочки, выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте печенье при температуре 180 градусов 30-35 минут, и у вас получится очень вкусное слоеное печенье. Готовьте на здоровье. Приятного аппетита! Кому понравились рецепты, ставьте лайки, а также подписывайтесь на мой канал Яндекс.Дзен. Ссылка в описании.